Поводов для ажиотажного спроса и дефицита продуктов в регионе нет. Об этом сообщил глава Минсельхоза области. Подтвердили ситуацию и представители федеральных торговых сетей. Сегодня в Оренбурге прошла торгово-закупочная сессия с сетью «Магнит». В ней приняли участие десятки предприятий региона. Это производители и переработчики молочной продукции, поставщики мяса птицы, полуфабрикатов, круп, муки и других продуктов питания. У нас до 40% социально значимых товаров в компании «Магнит», в магазинах «Магнит» производится локальными производителями. Соответственно, очень много позиций как раз будут от местных производителей с нулевой 5 или 10% наценкой. При этом в компании подчеркивают, что обеспечивают свои магазины бесперебойными поставками сахара, гречки, муки и подсолнечного масла. Говоря о целесообразности больших закупок продуктов населением, в правительстве области подчеркивают, запасов в регионе достаточно. Абсолютно нет смысла сегодня скупать растительное масло, потому что сегодня у селян еще есть очень большое количество нереализованного подсолнечника и достаточно растительного масла. У нас достаточное количество муки, достаточное количество круп. Жалко, когда люди отдают средства, а некоторые последние деньги на то, чтобы закупиться вот этими мешками. Этого делать абсолютно не нужно, потому что нужно думать о том, что это когда-то может пропасть. И, конечно же, нужно думать в том числе о своем здоровье. В Минсельхозе намерены активизировать проведение ярмарок с привлечением местных товаропроизводителей. Как и прежде, размещать их будут вблизи крупных предприятий торговли, чтобы у покупателей был выбор по ценам и качеству.